Вітаю, дорогі друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова, і як завжди, у цій порі ми говоримо з представниками силових структур нашої області. І сьогодні у нас в гостях Наталія Порошина, начальник відділу представництва інтересів громадян і держави в судах та при виконанні судових рішень прокуратури Миколаївської області, старший радник юстиції. Вітаю вас в нашій студії. Наталія Геннадівна, давайте почнемо з самого початку, з самого основного. Расскажите нам, пожалуйста, чем занимается ваш отдел? Ну, исходя из названия нашего отдела, мы занимаемся представительством в суде интересов граждан и государства. В этой связи сразу следует сказать, что всем известно, что 14 октября прошлого года был принят новый закон о прокуратуре, а с 15 июля этого года были внесены существенные изменения и уже вступили в действие определенные положения закона, которые касаются именно осуществления представительской деятельности органов прокуратуры. Сразу скажу, что прокурор представляет интересы только определенной категории граждан, это недееспособных, ограниченно дееспособных, либо несовершеннолетних. И то только в том случае, если законные представители ненадлежащим образом представляют и защищают их права, либо вообще уклоняются от защиты этих прав. Как пример могу привести по прокуратуре Веселеновского района, когда прокурор Веселеновского района защитил интересы гражданки, которая находится на полном государственном обеспечении в интернате Веселеновского района, поскольку имеет психическое заболевание. Тем не менее, за несколько дней до помещения ее в интернат она подписала договор пожизненного содержания. За результатами этого договора фактически она утратила право на свою квартиру в центре Николаева, причем не каким-то родственникам передала, а абсолютно чужим людям. Прокурор Веселеновского района внес ведомости до единого реестра досудебных расследований, и во время досудебного расследования было установлено, и в принципе после вмешательства прокуратуры интернат обратился в суд, эту гражданку признали недееспособным, что позволило прокурору впоследствии обратиться в суд с иском, и судебным решением эта сделка была признана недействительной. На сегодняшний день мы решаем вопрос о возврате собственности этой гражданки. А насколько вообще удачны вот решения в таких делах? Потому что, в принципе, отбор квартиры у человека, который является беспомощным в данном случае, да, человек, который имеет психическое заболевание, достаточно часто. И это могут быть как и родственники недобросовестные, так и недобросовестные соседи, да, такие непорядочные, так и целые организованные какие-то группы, которые просто профессионально этим занимаются. Вот в вашей практике насколько вообще положительных решений в сторону пострадавшего человека есть, было, и какая перспектива вообще по этим делам бывает? Ну, сразу следует сказать, что в каждом конкретном случае нужно принимать решение, потому что все зависит от наличия доказательств по конкретному делу. Что касается возврата в собственность определенных жилья, то довольно-таки успешная практика у органов прокуратуры в данном направлении. По прокуратуре Ленинского района, по Ленинскому району уже мы эту информацию размещали в средствах массовой информации, там были получены приговоры по мошенническим действиям, и на сегодняшний день эти квартиры были возвращены законным владельцам. Вот правонарушения в сфере оплаты труда. Это такой и болезненный вопрос, и достаточно часто встречающиеся правонарушения. Почему? Вот я уверенно могу об этом говорить, потому что не только с представителями, вот, например, прокуратуры, милиции или какой-то силовой структуры, которая непосредственно уже занимается последствиями вот этого вот всего дела, но и просто невероятное количество таких вопросов бывает на прямых эфирах с представителями социальной защиты, да, с представителями, которые занимаются юристами, которые занимаются трудовыми спорами. Вот основное это не заплатили, зарплата в конвертах, была в конвертах, не доплатили и так далее, уволили с работы, не заплатили, ну то есть спектр широчайший. Что делается с вашей стороны для того, чтобы это пресечь, да, и какое представительство осуществляется, и опять же, насколько
удачно, насколько успешно эта ваша деятельность? Сразу оговорюсь, что наш отдел занимается представительством в суде, то есть это представительская деятельность. И скажу о том, что закон ограничивает в этой части полномочия, мы представляем интересы определенной категории граждан. То есть, ну, если говорить об недееспособных или ограниченно дееспособных, ну, как правило, они нетрудоспособны, mm-hmm. и задолженности по зарплате перед ними нет. Но есть люди, менее, инвалиды, да, да, с ограниченными возможностями. 15 июля у нас была такая возможность, угу. и, конечно, мы активно использовали такую форму представительской деятельности, как обращение в суд с исками о взыскании с должников предприятий задолженности по заработной плате. Только в этом году нами было заявлено исков на 1,2 миллиона, они все удовлетворены и уже переданы на принудительное исполнение. И реально уже выполнено на 1 300 000 с начала года. Получили задолженность по зарплате по принудительному, в ходе принудительного исполнения работники и 61-го завода, и Баштанской МТС, предприятия «Зангаз», «НГС» и другие. Угу. Какое, может быть, вот самое такое запоминающееся было дело, да, какое-то вот по, даже вот как бы сформулировать это более правильно, да, по силе вот того, что как людей обманывали, да, может быть, по эмоциональному какому-то, потому что прокурор при всем том, что он профессионалу должен жестко и холодно достаточно осуществлять свои функции, но все равно это человек, да, который сочувствует тем людям, которым он помогает. Может быть, что-то запомнилось, вот сумма какая-то вот была очень большая или мизерная, но очень обидная для тех людей, которые все-таки даже вот этот вот, собственно, заработанную эту копейку и то не могли получить в течение некоторого времени. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, нужно обратиться к структуре задолженности по зарплате. На сегодняшний день по области эта задолженность составляет где-то порядка 58 миллионов гривен. И 50% задолженности – это по предприятиям, которые находятся в процедуре банкротства. И, как правило, это предприятия судостроительной отрасли, не будем скрывать. Да, это наши судостроительные заводы. Так вот, с тем, чтобы защитить интересы граждан, интересы государства, прокуратура области обеспечена участие в этих делах о банкротстве. И когда мы изучали материалы этих дел, изучали материалы фискальной службы, то нами были выявлены признаки доведения до банкротства этих предприятий, в связи с чем и мы внесли в реестр, в единый реестр досудебных расследований соответствующие ведомости по статье 219 «Доведение до банкротства». И, в принципе, на сегодняшний день по ряду предприятий, которые находятся в процедуре банкротства и которые не рассчитались с работниками, мы сейчас изучаем эффективность деятельности арбитражных управляющих, и им будет тоже их деятельности надана соответствующая правовая оценка. Я думаю, что на сегодняшний день прокуратура именно, ну, при осуществлении представительства именно вот в этом направлении будет ее работа более эффективна, потому что все мы знаем, каковы злоупотребления бывают именно на процедуре банкротства, и используется процедура санации с тем, чтобы имущество государственных предприятий перевести в частную собственность, ну и прочие злоупотребления. Поэтому прокуратура участвует в делах о банкротстве вот этих вот предприятий, которые не рассчитались с работниками. То, о чем мы говорили, это было представительство людей, да, граждан наших. Да. Теперь мы переходим к защите интересов государства. И вот, конечно же, экономический интерес государства – это достаточно большая, опять же, сфера, в которой правонарушений, мягко говоря, тоже происходит большое количество. Например, правонарушения в бюджетной сфере. Потому что только и мы и слышим из центральных каналов, и здесь у нас достаточно громкие были дела в Николаевской области, в городе Николаеве, о том, что бюджетные средства, они, к сожалению, расхищаются, ну, просто так вот. Вот как свои собственные, вернее, даже свои собственные, наверное, так не тратятся, да, вот неправильно, как бюджетные, потому что они вот не свои, и их потратить, ну, наверное, кто-то думает, что потратить, и чтобы проще. Не заметили, было проще. Как с этими?
Сразу скажу, что прокурор представляет интересы государства в суде, обосновывает, в чем именно вот эти нарушения государства, самостоятельно оценивает и предоставляет соответствующие доказательства, потому что это является основанием для того, чтобы прокурор или предъявил иск, или вступил в дело, или обжаловал незаконное судебное решение. При этом, опять-таки, одним из оснований для нас является это, когда определенный государственный орган, который уполномочен в данных спорных правоотношениях, не выполняет своих функций. И есть такие ситуации, когда государственный орган либо отсутствует, не предусмотрено это действующим законодательством, либо у него в полномочиях просто отсутствует такое право, как на обращение в суд с определенной категорией исков. В данной ситуации прокурор уже действует от имени государства и выступает в качестве истца. Но сразу оговорю, что прокурор, закон ограничивает представительство в суде государственных компаний, правоотношения, которые связаны с избирательным процессом, правоотношения, которые связаны с созданием и деятельностью средств массовой информации, общественных организаций, политических партий, религиозных организаций. А что касается бюджетной сферы, судя по нашей ситуации, экономической стране, конечно, для органов прокуратуры представительство в бюджетной сфере – это является приоритетным и актуальным. Мы с начала года органы прокуратуры области предъявили исков больше, чем на 42 миллиона гривен. При этом иски не только в сфере государственных закупок, но это иски, которые касаются возврата в бюджет приличных сумм. Как пример могу привести, что в этом году прокурорами заявлялись иски в интересах Департамента агропромышленного комплекса о взыскании с ряда сельхозпредприятий задолженности перед областным бюджетом. Немного предыстории. В 1998 году за счет областного бюджета была закуплена сельхозтехника для наших сельхозпредприятий области. С ними были заключены соответствующие договоры. И договоры не лизинга, то есть не было процентов за использование этой техники, а договора, я бы так назвала, рассрочки. То есть они на протяжении 20 лет должны частично каждый год погашать эту стоимость сельхозтехники, и после этого она остается у них в собственности. Но в 2007 году областным советом принимается решение, и ряд сельхозпредприятий, к слову, руководители являлись депутатами облсовета, было принято решение освободить их от уплаты этой задолженности в областной бюджет. В результате областной бюджет потерял порядка 10 миллионов. Да, это решение впоследствии было в судебном порядке отменено. Но с 2011 года, когда апелляционный суд подтвердил незаконность этого решения, облгосадминистрация не предпринимала никаких мер по возврату вот этой вот суммы. Только после вмешательства прокуратуры мы предъявили иски, на сегодняшний день они в судебном порядке удовлетворены. И надо сказать, что некоторые предприятия до обращения в суд уже погасили свою задолженность. Ряд предприятий во время судебных заседаний погасили эту задолженность. Ну и есть предприятия, по которым мы передали уже в государственную исполнительную службу с тем, чтобы принудительно взыскивать эту задолженность. А вот что-нибудь еще по госзакупкам? Немножко рассказали? Да, государственные закупки, конечно, актуальны, и это, в общем-то, сложная категория исков, по которой мы работаем. Тем не менее, здесь нужно сказать сразу о том, что в сфере государственных закупок действующим законодательством предусмотрен ряд государственных органов, которые обязаны контролировать эти правоотношения. Это и антимонопольный комитет, и финансовая инспекция, и счетная палата. Но ни один из этих органов не уполномочен на обращение в суд с исками об отмене решения комитета с конкурсных торгов или признание недействительным договора
договора, который был заключен за результатами этой закупки. Поэтому прокурор в данной ситуации выступает как истец. И буквально на прошлой неделе мы получили судебное решение. Удовлетворен частично был иск прокурора города Южноукраинска. Суд согласился с доводами прокурора и принял решение об отмене решения комитета конкурсных торгов. Однако закрыл производство по делу в части договора, посчитав, что поскольку у нас один из ответчиков не резидент Украины, то дело необходимо рассматривать в международном арбитраже. Мы с этой позицией не согласились, и поэтому на сегодняшний день ожидаем решения апелляционного суда, которое расставит точки над «и». Но сфера государственных закупок, у нас представительская деятельность не ограничивается только предъявлением иска. Мы и реагируем уже на нарушения, которые были допущены при исполнении этих договоров, которые были заключены за результатами закупок. В этом году нами предъявлено было иск такой категории на больше чем на 3 миллиона. Ну, как пример могу привести, горсовет Южноукраинска заключил договор с организацией-подрядчиком на переоборудование общежития под жилой дом. За результатами горсовет должен был получить квартиры, чтобы передать их на очередь для улучшения жилищных условий. Но подрядчик не своевременно выполнил условия договора, и, соответственно, на все эти объект не был сдан в срок, не выполнены были работы, поэтому прокурор Южноукраинска обратился в суд с иском, и мы взыскали по решению суда 2,5 миллиона с этого виновника предприятия-подрядчика. На сегодняшний день, на прошлой неделе, мы уже передали это судебное исполнение для принудительного исполнения в государственную исполнительную службу. Есть имущественные споры, которые возникают именно вокруг имущества, которым принадлежит государству, либо находится в коммунальной собственности. Часто бывает так, что какое-то из зданий, которое находится, допустим, в коммунальной собственности, используется не по тому назначению, которое документально зафиксировано было когда-то каким-то договором, а уже переходит во вторые, третьи руки, причем это город даже не представляет, да, чем и как, и кто уже владелец фактически этого имущества. Что, насколько вообще у нас развиты такие правонарушения, и как они пресекаются, и сколько было, опять же, хороших таких решений в пользу владельца, настоящего владельца вот такого имущества? Полномочия по управлению объектами государственной собственности у нас исполняют органы фонда госимущества, соответствующие министерства и ведомства. А что касается объектов коммунальной собственности, то соответствующие органы местного самоуправления, либо органы исполнительной власти. И именно в их интересах мы, как правило, действуем, обращаясь в суд соответствующими исками. С начала года органам прокуратуры было предъявлено таких исков в этой сфере на 11 миллионов. Уже мы получили судебное решение на 9 миллионов. Причем зачастую прекращаются производства в связи с добровольным исполнением. Как правило, это погашение арендной платы за использованные помещения. Ну, как положительный пример могу привести, что по иску прокуратуры области судом было принято решение и оформлено право, признано право собственности за государством на базу отдыха в Рыбаковке. На сегодняшний день уже эта база отдыха оформлена, по ней фонд госимущества провел приватизацию, соответствующие действия, и уже в бюджет поступило 500 000 от приватизации этого объекта. На слуху, наверное, у всех и судебные тяжбы по нашему спортивно-оздоровительному комплексу «Спартак». Несколько исков было, конечно, судебные заседания были довольно-таки жесткие, бурные. Да, бурные.
Но, тем не менее, мы получили судебное решение, и которым были отменено право собственности частных структур на этот объект и вызнано право собственности за государством. И на сегодняшний день региональное отделение фонда госимущества проводит действия по оформлению права собственности за государством на этот объект. Еще один вопрос в связи с тем, что на востоке нашей страны проходит антитеррористическая операция, но угроза существует даже тем, кто находится достаточно далеко от зоны боевых действий, вот я нашу область имею в виду. Все-таки был актуальный вопрос, и в начале года была инициирована проверка бомбосховищ вот наших, да, помещений, где можно укрыться в случае каких-то непредвиденных вещей. Тогда было вскрыто достаточно много нарушений, потому что некоторые бомбоубежища были уже использовались не по назначению, некоторые были приватизированы, в некоторых уже давно работают рестораны, кафе, стоматологии, ну все что угодно, но только не то назначение, которым, собственно говоря, по документам там находится бомбоубежище. Насколько изменилась ситуация сейчас, насколько ваша деятельность была, опять же, успешной по возвращению, может быть, таких помещений в уже не просто в список, да, а в действующее помещение, и насколько вот сейчас ситуация изменилась? Да, действительно, это актуально, и проблем много было. Сразу хочу сказать, что надзор и проверки органы прокуратуры уже не проводят, и согласно закону мы действуем, осуществляем надзор исключительно в форме представительства. Но все-таки к вам обращались, я думаю. Да, конечно. Мы очень плотно работали в данном направлении с нашими органами МЧС, потому что, когда мы ознакомились с их документами, то оказывается, что на протяжении там, последних лет те предписания, которые вносились органам местного самоуправления, органам исполнительной власти о том, что необходимо привести объекты гражданской защиты в надлежащее состояние, они просто не выполнялись, прикрываясь тем, что нет денег, нет финансирования и так далее. И после того, как мы провели вот эту вот работу, отработали вместе с органами МЧС эти материалы, то нами были предъявлены 11 исков мы предъявили, но это нужно понимать, что ну, каждый иск не по каждому объекту, то есть в одном иске касается несколько объектов, все они, 9 из них удовлетворено, по 3 добровольно были проведены мероприятия, поэтому они были закрыты. Но что хотелось бы сказать, что все-таки после того, как органы прокуратуры стали обращаться в суд с такими исками, наши органы и местного самоуправления, и органы исполнительной власти более, скажем так, ответственно стали относиться и более, скажем так, серьезнее к этой проблематике. И даже несмотря на то, что действительно вопрос был связан с финансированием, что действительно где-то в сельсовете недостаточно этого финансирования, тем не менее изыскивали средства и элементарно просто наводился там порядок, проводилась герметизация там дверей и так далее. То есть это то, что можно было сделать еще год, не два, три назад, да, не дожидаясь. Кроме того, были же и начаты уголовные производства. И как пример могу привести по Первомайску, тоже мы в средствах массовой информации об этом сообщали, когда предприниматель рядом со своим кафе расширил свою торговую точку, поставил там столики, в связи с этим закрыл вход в бомбоубежище, за самоуправство были внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований, и в ходе досудебного расследования предпринимателям все это было убрано, был освобожден вход в бомбоубежище, которым можно пользоваться. Аналогичная ситуация имела место у нас и по
в центре Николаева бомбоубежище, которое тоже соседнее кафе использовало в качестве, ну, своих подсобных помещений. На сегодняшний день там наведен порядок, все загерметизировано, и уже это бомбоубежище, можно им пользоваться. Спасибо большое. К сожалению, у нас уже практически не осталось времени в эфире. Я вам очень благодарна за то, что вы были у нас сегодня в студии. Но так как мы встречаемся буквально вот перед праздником профессиональным, да, 1 декабря у нас День работников прокуратуры, я от нашей организации, от нашего телевидения областного, я поздравляю вас с этим праздником, желаю, естественно, спасибо, успехов в работе и во всем том, что вот просто по-человечески каждому из сотрудников прокуратуры хочется, чтобы все сбывалось вовремя, чтобы было здоровье и действительно вдохновение работать, потому что каждая работа должна быть и полезной, и приносить удовольствие. Вот я вам этого желаю. А у вас есть возможность обратиться к своим коллегам. Спасибо большое. Пользуясь таким случаем, я с удовольствием хочу поздравить всех работников прокуратуры Николаевской области с нашим профессиональным праздником. Уважаемые коллеги, я хочу пожелать вам выдержки, терпения в это непростое для нас время. Пожелать вашим семьям благополучия и достатка. Отдельно хочу поздравить и ветеранов органов прокуратуры. Мы всегда рады вас видеть. Спасибо за поддержку, которую вы нам оказываете. С профессиональным праздником. Всего вам доброго. Спасибо большое. Приходите к нам еще. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Нехай так буде і надалі. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв.